Вот небольшой список вещей, которые могут пригодиться в случае блэкаута. Первое. Фонари или фонарики со запасом батареек или аккумуляторов. Второе. Запас продовольствия, включая консервы, сухие продукты, консервированные фрукты и орехи. Третье. Бутыли с питьевой водой или фильтры для очистки воды. Четвертое. Переносные зарядные устройства для мобильных телефонов и других устройств. Пятое. Первая помощь и медицинские принадлежности. Шестое. Рация или портативное радиосвязное устройство. Седьмое. Комплект для готовки на открытом огне или газовая горелка. Восьмое. Теплая одежда, одеяло или спальные мешки для сохранения тепла. Девятое. Аптечка для ухода за ранами и другими медицинскими принадлежностями. Десятое. Книги, настольные игры или другие развлечения для занятия времени без электроники. Это базовый список, который можно дополнить в зависимости от индивидуальных потребностей и услуг.